Мы начали эту программу с этой миниатюрки не просто так, а все потому, что за рулем сейчас необычный водитель. Это Семен Шматько, герой нашего сегодняшнего выпуска. Он недавно выиграл региональный этап конкурса «Лучший водитель такси 2021 года». Семен, все правду я сказал? Да, все верно. Отлично. Сейчас мы поговорим с ним о личной жизни, о работе и о планах на будущее. Итак, поехали. Семен, расскажи, пожалуйста, про конкурс. Зачем ты на него вообще заявился? Для чего тебе это? Зачем? Конечно, интересный вопрос. Захотелось вырасти немного, потому что это интересно. Это все равно новое ощущение. Плюс на конкурсе собираются водители, партнеры. Это опыт общения. Ну и плюс это признание. Все-таки я получилось, что в этом году выиграл, и на России участвовать это престижно. Там один из интересных пунктов испытания был знание истории Кубани и истории развития такси вообще в России. Вот да. Это вас как-то, не знаю, это был удивило? Сложно, это да, был было? Сложный вопрос, да. Я скажу, что здесь больше на интуиции, ну, лично я. Потому что некоторые вопросы вот я понятия не имел. Ну, например, что? Например, вопрос, какая рыба водится в озере Кардывач? Так. И были варианты ответов. Зеркальный карп, лосось, рыбы не водится и форель. Как бы вы ответили? Пусть будет лосось. Ну, я тоже хотел выбрать лосось, но выбрал рыбы не водится. Не водится все-таки, да? Да, и когда вышли и начали гуглить, там водопад, и который рыба не может преодолеть, и поэтому там только мелкие рачки в этом озере, и все. Вот такого плана вопросы. Или где находится скала Зеркала? Я даже первый раз название такое услышал. Это Апшеронский район, оказывается. Ну, я видел, какие вам баллы ставили. Вы, по-моему, максимально во всех набрали, среди всех участников. Ну, либо там ровно с другими были. Да, по сравнению с другими участниками, мы наравне. Первый этап, первая тройка лидеров наравне. Второй этап тоже наравне. А вот вождение, можно сказать, в этом году решило все. Машина была Lada Largus. Я на ней никогда не ездил вообще. Габариты, маневренность. А автомат, механика для вас имеет значение? Было... Ну, мне нет. Там же вроде у вас испытывали стаканом воды, который ставили на крышу. Да, да, был стакан воды. Нужно было не пролить ни грамма. Но у меня пролилось 4 грамма. Грамма они измеряли? Там, видимо, да, эти риски были, да, на стакане? И сколько вылилось? Или как нет, они измеряют? В стакан наливалась вода, он стоял на весах. Наливали ровно 250 грамм, да. Ты проезжаешь, берешь этот стакан и ставишь на весы. И взвешивается. Я скажу, что я маленькую хитрость сделал. Когда стакан поднимал, смотрю, капелька висит. И старался донести его так, чтобы она не упала. То есть у вас плюс был какой-то. Да, и вот на весы поставил. Капля решила все. 45, 46, 45, 46, ну 245, 246. И он раз, 246, и остановился. То есть 1 грамм как бы. Ну это, конечно, ничего не дало, потому что балл снимался за минус 5 грамм. Поэтому 46 или 45 разницы не было. Но маленький лайфхак. Назовем это так. Да, финальный конкурс будет позже, в следующем году. Там, видимо, соберутся все победители с регионов страны, правильно? Да, верно. Там что-то будет новое, уже вам правила рассказали. Детальный разбор закона ОФЗ. Можно прям выучить, чтобы как от зубов отлетало. Жена говорит, я тоже хочу участвовать в конкурсе, мне тоже нравится. Я говорю,
говорю, ну так в чем проблема? 3 года исполняется правам, все, можно взять машину в аренду и... Это вы жене предлагаете? Таксопарк. Да, если хочет, почему нет? Серьезно? Она хочет таксистом стать? Да. А сейчас она чем занимается? Сейчас она актриса театра и кино. Так, в Москве она начинающая актриса в Москве, или да, уже не начинающая? В Москве начинающая, она здесь не начинающая. Но вообще она хорошо водит. Это такое умение, которое, ну, если либо оно есть, либо нет. Если ты плохо водишь машину изначально, очень сложно научиться. Да, опыт ты получаешь, но в экстремальных ситуациях ты все равно теряешься. Поэтому здесь либо дано, либо нет. Это я так считаю. Читал, что вы из Успенского района, правильно? Да, все верно. Сколько вы здесь в Краснодаре и уже как хорошо его изучили? В Краснодаре я, наверное, с 11-го года. И за рулем с 11-го тоже здесь же, в Краснодаре? В Краснодаре нет. Я, наверное, с водителем тут с 13-го года. Угу. Я открыл ИП в 2013 году, взял себе «Газель» и занимался грузоперевозками по краю, доставкой медикаментов фармкомпании. У меня направление было Анапа, Темрюк, на море катался. А потом пошел спад по работе, и меня брат позвал в такси. И я ИП переделал под такси и работал в такси. Так, и насколько изучили уже Краснодар? Какие лазейки? Поделитесь секретами, как обижать эти пробки. Знаменитые краснодарские пробки. Секретов на самом деле много. Например, задом по встречке поехать, чтобы не обижать круг. Да, это тоже один из секретов, но... Пользуетесь ли навигатором? Город растет, новых улиц полно. И быстро сориентироваться, куда ехать, вообще сейчас сложно. Даже местным, которые много лет живут. Приходит иногда заказ, и ты не понимаешь, что это вообще за улица, куда ехать. Чисто на интуитивном уровне в новых районах. А старые районы довольно хорошо, я знаю. Навигатором пользуюсь обычно только для того, чтобы посмотреть, есть ли аварии или дорожные работы новые. Потому что очень часто ремонты в городе затеваются. И сегодня нет, завтра ты едешь, тут уже пробка, там что-то выкопали. Или люк провалился. Только для этого я использую навигатор. Семен, расскажи, пожалуйста, как ты готовишь машину перед тем, как выехать на линию? Каждый день, да, одна и та же подготовка, рутина? Да, да, одно и то же. В первую очередь делаем визуальный осмотр. То есть колеса, диски, шины, чтобы все было целое, нигде не спущено. Так. Смотрим уровень жидкостей, охлаждающий, тормозной, чтобы все было по уровню. Далее проверяем уровень масла в двигателе, чтобы он соответствовал. Риска есть. Я так внимательно смотрю, ничего не понимаю, но далее очень интересно. Смотрим, чтобы не было нигде потеков. Так. Антифриза. Также снизу заглядываем, чтобы нигде капли, ничего, чтобы не уходило. Далее. Багажник. Что смотрим в багажнике? Смотрим. Тут крепление одно ставим на место. Так. Лежало. Смотрим наличие аптечки и огнетушителя. Все есть, все на месте. Жилетик. Жилетик есть. Даже два. Вот еще один, да. Что там еще? Домкрат вижу. Это знак аварийной остановки. Так. Домкрат, вот он слева. Баллонный ключ. И у вас есть кресло детское? У меня есть детское кресло, да. Но это не обязательно должно быть. Это не обязательное условие.
Это доп. Опция. Кто хочет, может использовать для перевозки детей, для того, чтобы получить больше заказов. Ну и опять же, это безопасность. Возить детей без детских кресел. Если я оставляю дома, я не берусь. Вы отказываете? Да, я отказываю. И все, даже после того, как они вызвали? Такую ответственность на себя брать я не готов, потому что это вплоть до уголовной ответственности. Даже после того, как вы уже приехали на вызов там с ребенком, вы можете отказать, да? Да, конечно. Да, заводим машину. Проверяем внешние осветительные приборы. То есть, горят ли все фары, работают ли все поворотники. Угу. Ну, также проверить, работают ли стопы. Но здесь нужен помощник. Я один. Так, я буду помощником. Наконец-то я пригодился. В машинах не разбираюсь, но... Все три лампочки горят? Ну... Я бы на линию тебя не выпустил. Да. Не горят. Это значит, нужно менять лампочки срочно. Вот, отлично. Да, вот. То есть осмотр провели, если нужно что-то исправить, тут же исправляется. Наверное, запаска какая-то есть, да, лампочки, конечно. Лампочки все есть. Меняется. Это все меняется, и ты выезжаешь на линию. Прекрасно. А водители это как-то проверяют? А свидетельствование медицинское бывает или что? Да, это техническая часть. Uh-huh. Плюс еще проходим медика. Ну как, медик, механик. Это я сейчас вам показал то, что механик делает его работу. Uh-huh. Медик проверяет давление, проверяет... Уже не в колесах, а да, у водителя. Да, заходим в кабинет, давление, температуру, дышим в трубочку, потому что uh-huh. это самое основное. Ну и он спрашивает общее самочувствие. Хорошо себя чувствуешь? Нет, болит, не болит. Uh-huh. И на основании этого, да. Ограничения-то есть какие? Водитель же должен определенное время отдыхать, да? Он же не может 24 часа в сутки крутить, а потом выйти снова на линию. Конечно, медработник сразу увидит. По глазам видно, залит я не кровью, нет, в каком состоянии зрачки. И если ты не спал всю ночь или там, не знаю, бывают разные ситуации. И он сразу спрашивает, а что не так уже? Ну, у меня были просто такие случаи, я приезжаю, глаза красные, ну, не выспался, плохо себя чувствовал ночью. Он говорит, так, нет, иди отдохни, а вот завтра будешь на линии. Вот так, да? Не допускали, да? Да. Понятно, ну, безопасность пассажиров. Конечно, безопасность прежде всего. В первую очередь. Это правильно. Какие-нибудь интересные истории происходили с пассажирами? У вас чаще позитивные они попадаются, люди, или все-таки агрессивные? Ну, я бы сказал 50 на 50, но чаще это зависит от настроения моего. То есть... От вашего? Да, как... Не знаю, как это назвать. Если я с хорошим настроением, то хорошие пассажиры садятся, все приятные, все приветливые. Иногда бывает, день не заладился, что-то пошло кувырком, не встал, встал не с той ноги. И очень много пассажиров недовольных, что-то им не нравится, конфликтует, мы едем медленно, и все в этом духе. Бывает частенько после торговых центров, не торговых центров, а больших магазинов приезжают, забираешь людей с покупками и просят поднять там наверх, особенно пожилые люди. Загрузить в машину или в квартиру? Загрузить понять? В квартиру. То есть даже такое вы... Да, бывает, что ой, помогите, сумки тяжелые, мне тяжело нести, лифта нет, пятиэтажка, там на четвертый, на пятый этаж. Мне несложно принести эти пару сумок. Наоборот, даже долго сидишь в машине. И они вам 5 звезд поставят? Да, 5 звезд, иногда, может, чаевые оставят. Ну, ты хотя бы разомнешься, ноги разомнешь, то сидишь целый день в машине. А какие-то неприятные истории? И не хотелось бы вспоминать, потому что это была очень неприятная история. Какое-то нападение связано? Да, это было даже нападение. Меня за волосы схватили сзади. У меня были волосы до плеч одно время.
Что он хотел вообще? Он просто был выпивший. И вот примерно такая погода, прохладно, в машине печка работает. Ему стало хорошо, да. И да, проснулся новый человек в машине. То есть он спал, проснулся, думает, где я, кто вы? Решил проверить рукой. Да. Плохая дорога была, и ему не понравилось, что мы едем вот так вот. Разбудили беднягу. Да. На самом деле это не подстава, то, что не горели фары. Фары действительно не горят, но да. Такое случается в жизни таксиста. Когда не горят фары, что надо делать? Менять лампочки. Конечно. Поэтому мы быстренько поехали в запчасти, магазин. Сейчас что-то подберем. Большие вообще расходы на обслуживание, на машину? Вот такие вот мелкие поломки? Нет, в основном поломки. Мелкие расходы, расходники. От этого никуда не денешься, не застрахован ни от чего. Самое главное, чтобы машина была новая. Берешь новую машину, либо в таксопарке, чтобы машина была новая. И ты свободно можешь 3-5 лет кататься и горе не знать. Эта машина раньше работала в такси. Я когда был ИП, она была обклеена сначала Визотом, потом Яндексом, потом Ситимобилом. То есть через 3 фирмы она прошла. И я ее брал из салона новую. И за все время, кроме лампочек и масла, я ничего не менял. А обычно в такси за чей счет? За счет водителя или фирмы? Ну, ремонт. Если ты сам ИП, то, конечно, все за твой счет. А если в таксопарке, крупный ремонт за счет таксопарка, да, обслуживание. А мелкое там лампочку поменять или там какой-нибудь воздушный фильтр салона, то это уже за счет водителя. Потому что это все очень дешевые расходники. И для этого не нужно гнать машину в сервис. Да и быстрее самому сделать. Конечно. Правильно. На месте. Даже 5 минут не прошло, а мы уже исправили ситуацию. А сколько вы времени за рулем проводите? 10 часов, ну, максимум 12. Ну, плюс час на обед. Точнее, минус из этого времени час на обед. Больше это... Ночную смену вы... Нет, не в ночную я не катаюсь. Увидел по стеклом книгу Лермонтова. Ты ее читаешь или, да, может, иногда, фанат Лермонтова? Иногда бывает, читаю. Ну, это так, когда нет работы, открываешь книжку, просто читаешь. Так для этого телефон есть, там поиграть, пройти какую-то игру, нет? Понимаешь, и так целый день в телефоне, заказы приходят, глаза настолько от него отстают. Угу. Хочется чего-то более простого. А почему Лермонтов? Просто лежала книжка свободная. Понял, что давно не читал, стало интересно. Угу. Что-то, может быть, произведение какое-то особенно любимое есть или, может быть, запомнил? Ну, стихотворение есть одно интересное, мне нравится. Как-то... Сейчас попробую воспроизвести. Листок называется. Так. Дубовый листок оторвался от ветки родимой. И вдаль укатился, жестокой бурей гонимый. Засох и увял он от холода, зноя и горя. И вот, наконец, докатился до Черного моря. У Черного моря чинара стоит молодая. С ней шепчется ветер, зеленые ветви лаская. На ветвях зеленых раскинулись райские птицы. Поют они песни по славу морской царь-девицы. И странник прижался у корня чинары высокой. Приют она время, он молит с тоскою глубокой.
И так говорит он: «Я бедный листочек дубовый, засох я без тени, увял я без сна и покоя. Давно и без цели ношуся по свету давно я». Ох, уже и забыл. Прекрасно. Ну да. Лучший таксист, лучший во всем. Да? Да, конечно. А есть какие-то еще хобби? Хобби. Да, есть хобби. Одно время я параллельно с такси занимался театральной деятельностью. У нас был свой театр детский с женой. Мы детские представления показывали, катались по краю. В репертуаре были две сказки: «Красная шапочка» и «Волк и лиса». Вот мы вдвоем играли. Волк? Я волк, она лиса, да. Или она красная шапочка, я волк. Ваш личный театр? Да, это наш личный театр. Вы были вдвоем? Да, мы были вдвоем. И на данный момент я участвую в одном из спектаклей из театра «Тмин». Как актер? Как актер, да. У меня, конечно, маленькая очень роль, короткая, но все равно. Какое-то образование или самоучка? Нет, у меня образования нет. В актерстве никак, да? Жена просто училась в частной школе, меня подтянула к себе. Нужен был человек, ну, я возил, привозил туда постоянно, общался. И мне предложили: не хочешь поучаствовать? Ну, давайте, почему нет. В сказках играл, здесь сыграю. Сейчас хочу сделать небольшой перерыв, потому что я сколько лет, 5, наверное, уже в такси катаюсь. Просто хочу немножко отдохнуть, там месяц-другой сделать перерыв, отвлечься, сменить обстановку. Куда поедете? Поеду, скорее всего, в Москву. Ну, хоть и таксистом? Жена поехала в Москву и сейчас там обосновывается, и, возможно, на какое-то время я туда поеду. А может, и насовсем. Но вы просто хотите походить, погулять, отдохнуть? Или нет? Или все-таки чем-то займетесь там другим? Именно, поступило предложение одно по созданию теплицы, выращиванию там капусты, салатов, такого плана. Экопродукты. А как вы с этим связаны? Вы что-то до этого делали, занимались? Нет, или я или не с нуля? Занимался, но я готов с нуля начать что-то новое. Узнать что-то новое. Да, да. Попробовать себя в чем-то новом. Вот так вот. Конкурс выиграли. Да. И решили поставить точку. Стремиться уже некуда, правильно? Все уже. Вершина. Ну, я и не собираюсь бросать. Участвовать в конкурсе, скажем так. И на следующий год я тоже планирую попробовать свои силы. Почему нет? Семен, спасибо за поездку. Она была сегодня интересная и бесплатная, главное. Удачи в личной жизни, в профессии и, конечно же, в предстоящем конкурсе.